Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Шус. Никого не забыли, а? Никого не забыли. Как вы слышите, у меня небольшие сопли, у меня есть много чего вам рассказать, но пока что идет загрузка в бой, надеюсь, что я успею. Итак, господа, немножко простудился я, нос заложен, но на этом все. Захватываем мы сегодня с вами через новую карту, которая называется LGX Live Gamer. Экстрим, прости меня, господи, блядь. По-моему, так. Андерсон. Сейчас мы пока будем хуяриться с Андерсоном, я вам расскажу. В принципе, я не было меня неделю, даже 8 дней, получается, не было меня. Ездил я по делам, но один раз удалось на культурную программу выбраться. Но это уже потом, я, наверное, на стриме вам все расскажу, где я был и где я не был. А сейчас UFC! На новой карте захвата. Ну что, погнали, Андерсон. Устроим заварушку. И я, и ты. Так, ну пока мы размениваемся. Начинает тупо с прямых, а ну. Бля, тяжело пока идет с ним. По торсу закинул ему пока. Да, блядь, бой только начался. Двоечка заходит. У нас бой, говорит, да, чувак. Тяжело пока, блядь, привыкнуть так ко всему этому. Оп, есть вертушечка, блядь. Надо почаще, блядь, меня даже, сука, бегает, пиздец. Бегатель, ебаный. На, сука, заношу ему, блядь, наебал. Да давай, блядь, мы тебе торс прогрели. Надо отдохнуть, блядь, немного, а то и увлекся, сука. Бля, я просто рублю его нахуй, но его торс держится пока. Ну ты просто смотри, что с ним нахуй происходит, блядь. Бля, торс закрыл, хорошо бы ему апперкотчик закинул. На, сука, тебе вертушечку, блядь. Держимся пока, ебать, у него сильный удар. Я помню, у Туменова такой был лютый. Он, кстати, прижался, можно ему дать немножко похуярить. Бля, не закинул, сука. А если я, кстати, вот так, с прямого, не ушел удар? Он пытался забрать меня? Что? Нормально же рубимся, чё ты, блядь? Подрасслабился он слегка. Бля, стамины у меня, смотри, уходит. У него-то стамины достаточно. Вообще динамо-машина. Ой! Бля, устоял! Представляете, устоял! Ебать, я его заловил, конечно. Двоечка заходит. Торсик. О, локоть, но локоть мимо. Есть, это. Слушай, вертушку он часто пропускает. Он подзывает меня, или что, блядь, это было нахуй? Ты меня, блядь, подзываешь, парень? Но торс его, конечно, пока стоит крепко, блядь. Мне это очень не нравится. Блядь, давай на парирование его возьмем на одно. Бля, смотри, как он пробивает. А ну давай. Блядь, ничего не удается мне сделать на последний бой. Чуть не упал. Голова разбита, пиздец, у меня в хламину. Жесткий бой. Вроде как вначале я неплохо его разминал. И очень хорошо заходит удар с разворота. Надо от этого и отталкиваться. Ну что, чувачело, блядь. Сделаем это. О, есть. Ой-ой-ой, есть контакт, блядь. И ответ сразу. И пендаля мне. Блядь, тяжело. Со стаминой вообще какой-то пиздец. Я не знаю, как жить нахуй с такой стаминой. О, есть. Чуть не отплыли, блядь, с ним нахуй. Жить! Жить! Ты что, нахуй, не вздумал умереть? Он подает, ты даешь мне встать? Серьезно? Смотри, чтоб ты, блядь, не ошибся, нахуй, после этого сам, блядь. Да, блядь, нахуй, жить!
Бля, ебать, я живу. Пиздец, у меня все горит нахуй. И не достаю нужным ударом. И я, кстати... Блядь. Смотри, что творит нахуй. Надо ему напомнить, что я тоже, блядь, в бою, а то я что-то, блядь, в роли груши. Поднапрягся я. Нормально? Ты, блядь, не забыл, что я тоже еще здесь? Тяжело, блядь, а есть из двоечки? Жить, блядь, заебало плыть! А, блядь, да, двоечка. Есть. С двоечки пока заходит, блядь. О! Ты... Что за хуйня? Почему я умираю, блядь? Сколько раз я уже умирал? Рука в говно. Руки просто в говно. Я буду сегодня жить или нет, доктор, блядь, меня нахуй убивают, судья, останови это, блядь. Судья, останови это, блядь, это нахуй невозможно. Судья! Останови это. Судья, останови это, пожалуйста. Судья, хватит. Останови это. Мне хватит. Это не стоит того. Я уже нахуй не могу даже джеб кинуть. Все. Но я еще живой. Бля, ну это конечно не раунд, это какой-то шок, блять. У меня сейчас плывет все от малейшего нажатия. Если он на меня нахуй вот так вот тыкнет пальцем, у меня судя по всему все начнет плыть. Это пиздец, конечно, физушки не хватает, страшно, там по 60 боди хелса. Ну давай попробуем сделать это. Ну ладно. Блять, смотри, что творит. Да ёб твою мать-то! Так, подожди, подожди, парень. Есть. На, сука, покрутил своей шеей. Так, 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 так. Ты там нормально? Уже не так весело? Так, 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 подожди, мы сейчас закончим этот бой, блядь. Бам! Нет! Давай, блядь! Иди сюда, нахуй! Ну давай, ты встал. Мои поздравления, блядь. Чувак, мне кажется, блядь, уже не так тебе и весело. Ай, блядь! Блядь, не достаю. Ух, блядь, но я живой. Так, 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 тише. Двоечка есть. Плыть, 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 стоять, жить. Жить! Тупо стоим, тупо живем. Ага. Пизда. Стамины нет. Но стоим. Все. Ты даешь мне нахуй встать? Ты что, ёбнутый? А вот и ты, дружок. И тут же ответ.
так, ну надо постоять немножко. Опа, есть, нахуй, иди сюда. Добей, добей его нахуй. Ну и пошел ты нахуй со своими недобиваниями, понял? Понял, блядь. Вертушка зашла, блядь. Фу, пиздец, я думал, судья остановит это еще во втором раунде. Я плыл со всего, чего мог, но какая же это вертушка, блядь. И как же этот чувак мог много раз заканчивать, но из-за его выебонов он этого не сделал. При этом стойка хуже, чем у меня, но у него физуха там была лютая. Да и физуха, бля, он вообще такой же, как я. Не, ну физуха чуть-чуть получше, конечно, бодихелс-то 85 против моих там 60 скольки-то. Но стойка, блядь, на 2 поменьше. Выносливый забыл посмотреть, кстати. Очень, блядь, выносливый, пиздец, как собака. Где физуха? 60, блядь, даже не знаю. Жесткий, блядь, жесткий. Странно, что не захотел заканчивать, мог бы вполне. Так, одну минутку. И мне очень интересно посмотреть на некоторые свои физические особенности, потому что с полтычка отлетать как-то не клево даже. А ну-ка. Ну тоже, смотри, 80-70. 55, стамина 59, еще хуже стамина. Бля, невыносливый, пиздец, есть какие-нибудь тренировочки там на стаминку или что-то такое? Не общий топнес, а стамина какая-нибудь. Потому что без стамины вообще грустно. Ладно, давайте берем Body Health. Буду впитывать. 77 оверолл, неплохо. Так. А вот там была стамина, я видел. Меня не наебешь. Вот хочу плюс 5 стамина. Выносливость наша, все. Ладно, поехали следующую. Ну что-то он меня так забивал, блядь. Так избивал, вот этот еще удар, нахуй, когда лежишь. Когда хочется крикнуть: судья! Судья, почему ты еще не кинулся остановить этот бой? Почему? Надо назвать серию: судья, останови это, блядь. Я бы на месте судьи, нахуй, после первой бы уже подлетел, блядь, сказал, все, конец. Это конец. Ждем транзакции в игру. Можно даже сказать, что эта часть, эта каткатка тоже была часть разогревающей, что ли, так. Не могу пока применить свой нормальный этот, скажите, оверхенд. Надо спарирование его попробовать, но он долго залепляется. Браун, значит, коричневый. Ну что, сынок, давай попробуем. Мне тут уже держать КД-2, поэтому я не могу тебе сейчас проиграть, даже если сильно захочу. Поехали! На Уверима что-то похож немножко. Ты называешь это, блядь, игрой? Да, называет это игрой. Так, блядь, я понял, нахуй. Что-то грустно у меня с ним все будет, походу. Или нет, блядь. А если с вертушечки? О, я умру тогда, не надо, не убивай! Это того не стоит! Уйти влево, он не успеет, он глупенький. Он решил встать? Серьезно, не хочешь? Блять, опять судья, хватит! Судья, хватит! Нате, сука, блять, весело, нахуй, задорно. Давай, блять, теперь нахуй я буду тебя пиздить, а ты будешь пытаться выкрутиться. На место! Блять, почему не ушел? Что, охуел, не уходи? Блять, да что такое? Ушел у меня нахуй. Я понял. Смотри, что творит, блядь, дикарь. Давайте дернем его, блядь. В другую сторону. Нате, сука. На место, блядь, сказано, что не понял? Тупо он заблокировал. Ебать, это лютый тип! Но он встает, он дает мне нахуй встать. Но я встану. Ебать, у него комба. Двоечка. Пытается на парировании больше играть, прям это видно. Но я его серию немножко выучил. Блять, ну как-то побыстрее меня. Ебать, он заколачивает. Пиздец, он заколачивает. Как это залетает, я не понимаю.
На локоть тес. Не дает жить. Прижал, блядь, и убивает. Пока держу, блядь, но руки в говно. Не достанет. Тупо на парировании стоит парень. Блять, мы ему тоже весело делаем. Опять же на парирование. Выдохнуть. Нас! Локоть не зашел! Так, по собранию нахуй торсу мы надо выбивать дальше. По торсу хорошо проходит. На, сука. Я знаю, ты любишь это. Ну что я могу сказать? На земле он настолько увереннее, что я удивлен, что он не перевел этот бой вниз и не закончил его. Это начнем с первого. Второе, это, блядь... Парирует, конечно, он не слабо. А, он же не стучится, да, точно, я забыл. Ну, пока нормально еще. Есть, серия хорошая такая, уверенная, с суперпотом. А я умер, блядь. Одно по... А, нет, смотри, живу еще, блядь. Давай, пизду, я встану. Есть у меня, кстати, ударчик, блядь. Сейчас я его найду, блядь. А, вот он. Он вырнулся от него? И он с парированием его замыкает. Дышать, дышать надо как-то, блядь. Дышим. Спарировал торс, блядь, при том, что я ебашил. Блядь, у него жесткое парирование, я ебал. Серию опять же его выдерживают. Надо тоже, может, я тоже могу попарировать, кстати, вполне. Вот такую хуйню. На те, сука. Ой! Живой! Хороший, блядь, хорошую серию выдаю ему. И выдерживаю, что надо, где. Сука, не заходит. Он угадывает, кстати. Так, если посмотреть, то он пытается угадать, откуда я буду бить. Вот, типа, сейчас видно, что он пытался... Давай, давай, нахуй, добей его, блядь, 4 удара, еще! Я просто встану, блядь, чувак. Ты встаешь, ты здесь... Он на земле просто получше, правда. У меня, кстати, он выдохся, кажется. Есть! Торсик. Получает такие торсы, блядь. Ай, ответ не удалось ответить ему. О, блядь, он добьет, он добьет, он не даст. Сука, ну это было так, блядь, живой. Живой, блядь, и влево уходи. О, ес. Не дает, все, он будет заканчивать. Иди ты нахуй, пожалуйста, блядь. Надо выдохнуть немножко. Душить? Душить собирается, блядь, ну уж так. А там 9 секунд, он не успеет меня задушить. Я и так вышел, блядь, из этого нахуй бюллетеня. Пытался задушить, стран. Бля, какой-то чувак вообще непонятный. Вроде, блядь, до этого даже не возился, хотя, блядь, мог. Решил, что ли, повозиться немножко. Так он дал стамину мне восстановить, потом взял на гильотину. Я бы ее все равно не заблокировал, я не знаю как. Жесть. Но он уже собрался заканчивать, он понимает, что это к добру не приведет, походу.
Первый уже чувак не заканчивал. А, да, он же не дает, я забыл. Да-да, извини, извини, чувак, нормально, блядь. Предположим, что стукнулись. И он спарировал вверх, нихуя хитрый какой. Есть. Нет! Он все еще жив! Давай я просто встану, а ты пойдешь нахуй, блядь. Как тебе предложение? Не дает, смотри, подлец. Блядь, смотри, что он творит, нахуй. Ой-ой-ой, блядь. Это сейчас так плохо стамин. А у меня нет стамины. Я проебал все, что мог. А если его нахуй развести на стамину, типа налево, блядь, и типа направо уйти, как жесткий, блядь. Так я слышал, жесткий делают. И опять уйти направо, типа, а потом резко налево, блядь. Блядь, не дает, сука, дай мне встать. Я нажимаю уж блокировать R2 вправо, блядь, не работает, пиздец. Full mount, R2 налево нажал, ну и что, блядь, это нахуй ничего не меняет. А я не пытался, блядь. Арм трап, блядь. Нет, нахуя ты перевернулся, блядь? Ты что, тупой? Не, бэкмаунт там тут нахуй не нужен. Блядь, ну как так-то? Все, давай, блядь. Заебал. Оу. Смотри, он даже читает, нахуй. Он читает, что я жму. Он еще даже удар не закончил, блядь. Я жив. Чувак, ты что, я уже рекавернулся. Все, блядь. Все, нет стамины, блядь. Тупо в сайд-контроль укатиться и хуй с ним. И тупо в халфгуард. R2 вправо. Пошел нахуй, блядь. Наверх? Нет. Я жал R2 вверх. Я знал, что он это хочет. Не дал, сука. Эй, алло. На место, блядь, дядя. Мы сейчас с тобой, сука, не закончили. Один, блядь. Здорово. Есть! Есть! Скажи, дядя! Аж руки трясутся. Аж руки трясутся, сынок. Надеюсь, блядь, ты узнал этого парня, который сломал тебе жизнь. Это тот чувак, который был лучше меня на земле. Во всем. Я вроде жал. Можете, кто шарит, как правильно делать переходы? Я вот прям, ну, когда он что-то делал, я вам говорил, что я жму. Прямо вот говорил, R2 влево, R2 вправо. Неужели я где-то был неправ? У него ровный 102-102 идет. На земле он еще хуже меня. И он, ну, на физуха такая. Ну, блядь, долго играет. Фу, сложный чувак попался. Прямо это, для меня очень сложно. Фу. Просто фу. Ладно, еще одну. Еще одну, и я не могу это, бля, пойду пить валидол. Пачками. Это просто какая-то сейчас была дичь. На последнем раунде. В партере. Я? Болевым? Что? Это вы меня... С кем-то перепутали. Ты, блядь, похудеешь на 100 кило. О боже. Надо еще одного выиграть, тогда у меня будет возможность провести одно поражение для себя. Но этот прям не за жизнь, а на смерть, блядь. Судья, останови это. Судья, останови это. Ну ладно, ты сегодня последний, Адамс. О, красава, с голубым афро, чернокожий. Давай сделаем это, чувак. Ибо Эдлс
Потяжелее, конечно. Но это не важно. Чувак, ну давай, мы будем сегодня играть или нет? Чего так долго-то? Я вам, кстати, может сейчас покажу персонажа, на ком я играю, когда записи нету. Я там классного челика создал. Красава, голубой апр. Тоже, блядь, парировал. Ого, достал. Мы тоже так умеем, чувак. Опять он будет бегать от меня. А с вертушечки? Бля, вертушка не зашла. Эй, алло. Слышишь, что творит? Сейчас еще в тай заберет меня. Я выйду, блядь, после этого. Нахуй надо мне с тобой кончивать. Спарировал меня на торс. Не удалось апперкот закинуть. Но за что? Двоечка зашла зато. О, чувак, серьезно? Давай, блядь, поиграем в эту игру. Мне кажется, я пока в стойке выгляжу получше. Зашло все. Его даже не пошатнуло, блядь, плыву, пиздец. Не, никакого тая. Алло. Я все нажимаю R2, это было... Почему я умер? Каждый блок колена R2. Я мертв уже, отъебись. Это не... Пошел нахуй, я еще одну сыграю. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Каждый блок R2. Клинч блокировал R2 вправо. Ну, ладно, допустим. У меня просто то, что джойстик начинает вибрировать, блядь, когда это происходит. Больно. Мне больно это видеть, блядь. Он очень... Этот парень очень легкий. Я ему проиграл. Это как, знаешь, вот прошлая катка. 92 стойка, он, в принципе, может пить. У него 9 поражений. Как так, нахуй? Я бы его лично отпиздил, если бы не эта хуйня в клинче произошедшая. Каждое колено на R2 было заблокировано. Иисус, Иисус. Почему ты не уследил за мной? Теперь придется наверняка выигрывать. Иначе КД2 будет потеряно. Нельзя этого допустить. Щаби. Ебать, у него сиськи. Сиськи как глаза. Круто. Поляк пониже. У нас есть Сандры глаза, конечно, мне нравятся. Польский демон. Я подальше достаю, кстати. Чувак, ну давай, ну сколько можно. Пойдем играть. Хватит смотреть, ну что тут смотреть. Если бы он был, наверное, я бы оставил. Вот это мне больше всего прикалывает. Ну или может он пошел на лице чайку. Погнали. Да? Да. Ого, блядь, поехали. Спарирование не достал. Он тупо ногами мерит. Так, а ну подожди, бля, чувак. Заходит такая хуйня, а моя не заходит. Нормально, торс. Пизда тебе, не достану. Блядь, что творится? Почему над ними ударами-то бьет? Вот теперь тебе демюти. Как так, блядь? На, сука, я всю стамину тебе отдал. А он все отдал мне. Торс ему прошибаю просто. На, сука, блядь, вот тебе настоящий удар. Настоящего мужчины. На тебе локоть и колено, блядь. Что там нахуй, блядь? Он сейчас бы, сука, сетку мог порвать, если бы было нормально. Если бы это была реальная физика, он бы порвал сетку и улетел нахуй туда, блядь, нахуй через нее на комментаторский стол и пробил бы его собой. Смотри, блядь, баба! Парень просто пробивает сетку, улетает туда, кубарем падает на стол, стол вон там вместе с комментатором его ноутбуком раскалывается надвое, блядь. Меня забирают в тюрьму, садят лет на 17 за непредумышленное убийство. Чувак просто ногами бьет. Просто ногами. Ну ладно, КД2 живо. КД2 живет. Здорово. Я безумно напугал. Проиграл меньше, чем выиграл. Конечно, одни удары. Тут как бы далеко не уедешь на них, чувак. При этом у него луки, блядь, по соточке. Даже не подключает их. Даже не думает. Физуха 95 тела. Понятно, почему тулово не горит. А вот ебало подкачало, как говорится. Ебало подкачало. Из ДСП.
Ладно, господа, думаю, на этом можно, в принципе, и закончить. Когда два живет, доброго всем ПП, с вами был я, Шус, и этот огромный чувак. Всем спасибо за просмотр, всем пока.